В Риддере продолжается строительство школы на 600 мест. На строительство новой школы с учетом обустройства прилегающей территории предусмотрено 5,5 миллиардов тенге. Глава региона Ермек Кушербаев посетил объект и ознакомился с ходом работ. Строительство школы реализуется в рамках национального проекта «Комфортная школа». Для возведения школы было выбрано живописное место. Сейчас работа на объекте ведется в 3 смены, буквально без перерыва. Уже подведены все коммуникации. Работы ведутся согласно установленным срокам. В ходе визита аким области Ермек Кушербаев отметил, что теперь рассматривается вопрос обеспечения жильем приезжих учителей. Недавно в Усть-Каменогорске состоялась встреча с молодыми учителями. В области много талантливых молодых учителей, которые прекрасно работают с детьми, применяют современные технологии. Я дал поручение строить дома по контракту для учителей. По словам представителей местных властей, завершение строительных работ запланировано на август. Стоит отметить, что в этом году в Риддере одна из крупнейших компаний региона ТОО «Касцинк» начнет строительство школы «Шанырак» на 600 мест. Поскольку здесь так сложилось, что здесь очень много образовательных учреждений, здесь и детский сад, и 11-я школа, да, и вот еще одна школа будет строиться, то поручение акима области Ермека Бадельбаевича мы сейчас услышали, что здесь необходимо создавать дополнительную инфраструктуру спортивного такого направления, чтобы у детей была возможность не только получать качественное образование, но и проводить качественный досуг и развивать массовый детский спорт. Проект школы «Шанырак» готов. Строительные работы будут завершены в 2025 году. Кроме того, 162 школы региона планируется подключить к сети интернет.